Добрый день, любители вязания! Я вас приветствую на своем канале. И сегодня хочу показать вам вот такие пинеточки. Здесь подушевка 11 сантиметров. Она вот тянется хорошо. Я вставила здесь пушистенькую ниточку под цвет моей пряжи. Верх у нас связан сеточкой. Он с отворотиком. Распускала раза 4, наверное, все никак не могла придумать, что сюда наверх придумать. Ну вот, остановилась на вот этой вот сеточке. Здесь я сделала бантик, связала спицами и кое-где вставила здесь пушистую ниточку. Рулик у нас вот такой вот. Он отворачивается и сам закручивается. По подошве у нас идет шовчик и по задничку тоже. Ну, вот такие пинеточки сегодня будем с вами вязать. И для их вязания я взяла пряжу. Здесь 150 метров в 50 граммах. Ну и такая почти, ну может чуть-чуть тоньше у меня, розовенькая пряжа. Спицы я взяла 2,5. 2,5. Еще я кое-где использовала и такие вот спицы коротенькие. Они тоже у меня 2,5. Поэтому где этими спицами, где теми, как неудобнее было, так я вязала. Ну, еще приготовьте крючок, кто сшивает крючком. И ножнички. И приступим к вязанию. Итак, набрала я 38 петель. Первый ряд провязала лицевыми. Второй ряд кромочная, 1 лицевая накид, 16 лицевых накид, 2 лицевые накид, 16 лицевых накид, лицевая кромочная. В третий ряд лицевые, 4, 6, 8, 10 вяжем по схемке. Нечетные ряды у нас лицевые. Накиды провязываем такой перевернутой петлей, чтобы не было дырочки. Вяжем до 10 ряда, добавляем, делаем накиды. На спице у нас 58 петель. Вот это вот обозначение. И провязываем 11 ряд, вяжем лицевыми. И еще 12 ряд мы вяжем лицевыми. Возвращаемся к хвостику от набора петель. У нас получается здесь так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных дорожек. И теперь будем вязать мы дальше вот этот вот рулик. Вяжем лицевыми петлями, лицевыми по лицевой стороне, где хвостик справа, это лицевая сторона. Вяжем лицевыми по изнанке изнаночными. Опять лицевыми по изнанке изнаночными. Итак, мы вяжем 6 рядов лицевыми и изнаночными. Провязала 6 рядов и закрыла петли. Вот у нас получился вот такой вот рулик. Он сам уже закрутился. Ниточку обрезаю, немножечко оставляем, чтобы сшить потом вот эту вот часть. Обрезаем ниточку. И этой же ниточкой, я взяла уже круговые спицы, так вроде удобнее будет. Вот видите, последний идет ряд изнаночных петель. Вот прямо вот прямо с кромочной. Начинаем набирать 58 петель. Столько, сколько у нас они были. Так, первую провязали. И вот перегинаем пополам. И берите или за нижнюю, или за верхнюю перекладинку петли. И считаем. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, так, середина, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и крайнюю кромочную 58. Так, теперь вяжем лицевыми и еще потом 2 ряда лицевыми. Вяжем лицевыми и еще раз обратно вяжем лицевыми петлями. Так, у нас 2 дорожки лицевых петель. Так, теперь мы берем пушистую ниточку. Так, вяжу лицевыми по изнаночной стороне изнаночными. Вяжем сейчас лицевыми по изнанке изнаночными. Так, провязали лицевыми изнаночными. Теперь вяжем 2 ряда лицевыми. И по лицу, и по изнанке вяжем 2 ряда лицевыми. В одну сторону лицевыми и в другую сторону вяжем лицевыми. Затем беленькой ниточкой я провязала 4 ряда лицевыми. Сейчас мы вяжем 2 ряда лицевыми красненькой ниточкой пушистой. Затем 4 ряда вяжем беленькой основным цветом лицевыми. Так, провязаны все наши ряды. Вот у нас получается подошва, рулик. И вот мы идем уже наверх. Так, 4 ряда провязала я беленькой. Пушистую ниточку я обрезаю. На спице у нас 58 петель. Сюда на мысик я брала 10. 58 минусуем 10, 48. Разделить пополам 24 петли. Вяжем беленькой 24 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Следующие 10 петель провязываем пушистой ниточкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посчитаем, чтобы здесь было у нас 24 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, следующие 2 петли мы вяжем вместе одной изнаночной. Разворачиваемся. Вяжем 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И следующие 2 беленькие провязываем 2 вместе одной лицевой. Разворачиваем и вяжем опять средние 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем. И еще вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 вместе одной лицевой. Так, теперь беленькую ниточку отрезаем, розовую ниточку отрезаем и далее вяжем беленькой ниточкой, также убавляя по бокам по 2 вместе провязывая, пока у нас на спице будет, так, сейчас посмотрю свои, 38 петель, первоначальный набор петель будет у нас. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 вместе. Две вместе лицевой по изнанке. Потом это все подтянем. Ну, вы сейчас подтягивайте, чтобы не было там дырочек. Ну, можете сейчас связать их, заправить. Я это в конце работы делаю, когда уже готов пинеточек. Ну и так мы будем сужать, сужать по бокам, по 2 провязывать вместе, пока будет 38 петель. Я убавила с двух сторон. Последний раз я убавила с правой стороны. И дальше продолжаем вязать лицевыми все 38 петель. Просто лицевыми. С одной и с другой стороны у нас с лицевой и с изнаночной стороны у нас идут лицевые петли. И если считать вот после пушистой ниточки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изнаночных дорожек у нас получилось. Теперь что мы делаем? Теперь по... вяжем по лицевой стороне, так, чтобы не ошибиться, так, вяжем изнаночными петлями, и начнем вязать сейчас вот эту сеточку. Каждый ряд вяжется одинаково. Первую петлю снимаем, следующие 2 вместе накид, 2 вместе накид, и так вяжем дальше, 2 вместе накид, 2 вместе накид. Если вы после кромочной начали вязать 2 вместе, то в конце мы делаем накид и кромочная. Если вы вначале провязали накид, то в конце 2 лицевые вместе и кромочная.
А по лицевой стороне мы вяжем все петли изнаночные. Накиды провязываем обыкновенной петлей. Теперь каждый ряд мы вяжем одинаково. Если вы после кромочной начали вязать 2 вместе, значит и продолжайте также вязать. Кромочная, 2 вместе, накид. Кромочная, 2 вместе, накид. Ой, кромочная, 2 вместе, накид. 2 вместе, накид. 2 вместе, накид. Если вы после кромочной начали вязать накид, значит накид 2 вместе, накид 2 вместе. И так вы каждый лицевой ряд вяжете одинаково. И я провязала здесь, я вам скажу. Я провязала тут только сколько рядов. Так, если по диагонали считать наши дырочки, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 дырочек у меня получилось. Затем я провязала 2 ряда лицевыми и закрыла петли. Затем сшивается пинеточек. Этот пинеточек предназначен, я забыла в начале видео сказать, у кого ножка широкая. Видите, там может штаники будут внизу, колготочки будут внизу у ребеночка. Они такие вот получаются не узкие, не будут ножку сдавливать. Они такие получились воздушные, такие вот легенькие. Ну и дальше, я думаю, вы сами поняли, как вязать. Так, 2 вместе накид, 2 вместе накид. 2 вместе накид, и потом вяжите высоту по желанию, как вы хотите, с отворотиком был, повыше, пониже. В конце 2 ряда лицевыми и закрываем петли. Теперь я покажу вам сейчас, как я вязала вот этот вот бантик. Я пушистенькой ниточкой набрала 12 петель и провязала лицевыми 6 дорожек, то есть 12 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставила ниточки здесь по углам. Потом эти вот кусочки я вот так вот заделала их. Ну, каждый делает так, как умеет, как считает нужным, как привычнее. Чтобы кусочки не торчали, ниточек, я их протянула сюда до серединки. Вот так вот. Закрепила, чтобы они у меня не стягивалось. И то же самое я сделала с этой стороны. До середины. Она пушистая, поэтому не видно, где я там ее протаскивала. Так, вот протащила сюда я до серединки, завязала узелочком. И затем взяла иголочку сюда вдела, и вот так вот их, иголочка вот так вот туда-сюда ее, и вот так вот ее замотала, и он уже никуда не денется. В одну сторону, потом в другую сторону. Ну, я так примерно вам сказала. Эту ниточку я сюда кручу, другую ниточку туда. Потом с изнанки я ее завязываю на узелочек, и потом пришиваем вот сюда вот на пинеточек. Вот и весь цветочек. Я еще вот так вот еще проколю. Я мало того, что тут, еще потом и вот так вот еще их зажму, чтобы он никуда не делся, чтобы он держался крепенько. Ну вот и все, девочки. Я не буду показывать уже вам дальше. Я думаю, все понятно. Вы довяжете сами до конца. Ниточки потом заделываем, сшиваем, как обычно мы сшиваем. Кто не умеет сшивать, у меня есть видео, как сшивать пинеточки. Можете посмотреть. Ну и потом будут наши пинеточки готовы. Так что вяжите с удовольствием, подписывайтесь на канал. Новинки я делаю постоянно, новые видео.
Ну все, до свидания. На сегодня заканчиваю свой урок. И всего вам доброго. До новых встреч!